Все, короче, я отойду. Вы пока сидите, смотрите все, что можно здесь. А я, короче, отошел. Точно. Так, ладно, поехали. Заводим.
пару секунд будем начинать уже. Это просто... Как тебе сказать? Получается... С клана ребята пришли, вон, точно. Вот как это называется. Просто парни пришли с клана посидеть, посмотреть, как буду играть я там или кто-то еще. Посмотрим. Okay, let's go, guys. Hello, all. Мафака. Мадафака. Yeah, мадафака. Мафака. Бич. Так, что это за бред сейчас? Стартуем. Сегодня мы стартуем. Сегодня прям особенный день, да? Сегодня 67 человек смотрит меня. Просто склады, ребята, пришли посмотреть, как это вообще все выглядит, да? Маску уже все оценили, да? Такая биповская. Типа, nice, low, bro, MLG, bro, smash. Пару секунд. Сколько сейчас времени там? Сейчас пару секунд будем начинать катать. Сегодня три карты у нас, мы на оверкиле будем гонять. Сколько у нас? Короче, я поднастроил, что должно быть просто зашибись. Нет, я не нашел людей. Если хочешь, можешь скачать и, по сути, поиграть, посидеть. С нами. Я создаю игру, играем на оверкиле. На 45+ не будем. Я создал, подключайтесь. Just a corner, guys. Мадафака. Ну давайте, я жду как бы. Мы все сидим, ждем. Пати зашли. Лол. Сейчас посидим, подождем, короче.
Ну, без разницы, окей. Как бы. Сейчас будем начинать, подождите, у меня тут small trouble, guys. Слушайте, прям все зрители настоящие, прям никто не крутит. Там крутится клан такой, типа... Короче, крутится клан. Ты должен увидеть, там картинка в правом... В правом верхнем углу. Пойдем от вас, короче. А я что знаю? Не хотят писать, они вообще меня не понимают, там англичане сидят. Я-то что сделаю просто. Понимаешь? Я ничего не могу сделать. Кто из них настоящий? Англичане сидят какие-то, знаешь. Такие типа, йоу, мотафака, рич. Короче, сейчас стартанем, подождите, не волнуйтесь. Дайте мне энное количество времени, и все будет нормально. А, чё, битбокс тебе не нравится, что ли? Чё ты начинаешь? А что ты начинаешь-то? Хорошо, хорошо. Отлично, по-моему, маска. Top in the world вообще нахрен. Что 15 минут? Мы 15 минут просто так сидим, да? Охренеть. Чем только я занимаюсь, да? Все, поехали. Тост подтянулся наконец-таки. Все, понеслась. Все, кто не успел, тот опоздал. И по сути поехали. Все, let's go. Короче, начинаем мы играть в PD The Haze. С вами Денвер и... Йоу, мадафака, с вами Денвер. И, короче, что? С вами Денвер, вообще-то, да. С вами Денвер, и мы играем... Мы представляем клан... Я представляю, точнее, клан... Блин, как он там называется? By the All Clans. Всем добро пожаловать. Мы стартуем, мы начинаем. Наш первый стрим от клана. Вот. Оп, подписчик. Я хотел звук отключить, но потом что-то так подумал. Даже не знаю. Отключать, не отключать даже. Так. Что открылось? То, что не должно было закрываться. Если какие-то проблемы, говорите мне, я их решаю.
У нас ограбление банка, мы играем в тематическую игру в Payday the Heist, поэтому вот, так, вот такая вот тематика будет сегодня. Payday the Heist, guys, да, мадафака. Представляем команду Empire Крым, турниры по Крыму, турнир в Крыму и, конечно же, сам клан Payday the Heist. Присоединяемся и... Точнее, сейчас уже туда попасть, и надо от трёх часов иметь. Вы поняли, что, да? Так, короче, поехали. Поехали. Сейчас посмотрим, я там что-то понастраиваю, короче, сейчас. Оу. Начали раз, да ладно. Пофиг. Оп. Так, сейчас пару секунд. Пару сек. Сразу же, когда чувак присоединяется, лол. Мы играем со всеми, кто желает, но главное не с читерами, так что присоединяйтесь, все, кто хочет. Guys, we play all who went and who can just to join to my server. I am the Denver clan, all clans. Welcome, guys. On my stream. Так, а вот, подождите, вы где-то нашли-то, нет? Опа, подождите, проседает ФПС почему-то. ФПС-то не должен был проседать. Я думаю, может хоста поменять, может хост пусть будет где? Вы нашли карту, нет? Сейчас у меня мышка. Конечно, это топ вообще-то. Топыч. Слышите, я, короче, буду играть через экран, слышите? Реально, я буду стоять против сюда направо и буду стоять через экран. Я буду второй термит пока возьму. Лол, меня смотрит уже больше, чем команду там другую. Там нетворк какие-то есть, ублюдки. Короче, мы с ними соревнуемся, мы их ненавидим, вот и все. Я взял термит? Я не взял, его уже взяли, да? Который этим похоже взяли, да. ФПС жестко проседает. Так. Мы сюда бежим. Сейчас ждем ноутбука, который должен где-то быть здесь. Так, денежки сначала забираем, да, точно. Мадафака. Кстати, если что, играю без выстрелов, сразу говорю. Так, у меня здесь попроще как-то. Винты еще не потянулись пока что, да? Я сотрю. Так, сейчас мани позабираем. Тут уже мани нету, давайте дождемся, наверное, ноутбука. Сейчас он откроется. Что, минута? А, ты присоединиться хочешь? Попробуем. Где он? Он там самый далекий, конечно же. Ладно, это не проблема, я думаю. Так. Такой вот такая маска Деда Мороза. Я, кстати, жду вообще-то приглашения в Payday группы Secret. Я уже очень давно жду как-то. Вот.
Так, подождите, а как он отхилился? А, медик бага скин, вот придурок, слушайте. Это вообще, ну, чувака настолько низкий лоу-скил, ну, он просто лоу-скил. Скил настолько занижен, что забейте. За дверью следите теперь. Я терплю, ты только за дверью следите. Так, упал, да? Придурок. Не, вполне, да. Не бегите за ним. А, все, он ливнул. Давай, если что, он типа подтягивается, короче. Скажи брату, чтоб не высовывался. Слышь, пусть там сидит. Снайпера нету, хорошо. За дверью следите. Главное, за дверью просто следите. Так, второй упал. Понятно. Что ж вы делаете? Это не та сложность, чтобы... А, тихо. Не та сложность, чтобы просто, блин, делать ошибки. Здесь нужно все настолько четко делать, чтобы не... Блин, одно неправильное движение, вы уже облажались. Вы понимаете это? Поэтому надо просто прорабатывать каждое свое движение, как бы. И вообще ни одной ошибки нельзя допускать, понимаете, да? Дрель! Тише! Снайпер. Ну, блин. Ребят, не прикалывайтесь, окей? Давайте, наверное, вот все-таки попробуйте сыграть нормально. Давай. Дверь... О, бежим, а то... Бля. Да все, мы приплыли. Забегайте ко мне. Вообще, если нужно идти, то нужно идти полным составом, который будет постоянно играть. У нас полного состава просто нету. Поэтому мы не можем играть полным составом. Все, забегаем. Тут вы, ребята, приплыли, хочу сказать вам я. И вторые приплыли. Молодцы. А как? Зачем вы его начали? Вида, все, забегай. Бля, да нет, сиди там. Сейчас сразу за меня забегаешь. А, все, бегом. Ко мне. Лол, ты сейчас серьезно? Как он умер-то? Отлично просто сыграли. Скилл зашкаливает, я вам серьезно говорю. Ребята, мы уверены вообще-то, что... То, что вообще... Просто лол какой-то реально. Так, пара секунд. А сам подключись. Не судьба? Наши шифтап открываются. Все, сидите на месте. Я не в сети, потому что я вышел из сети, Андрей. Блядь, сейчас опять заходить. Сейчас, подожди. Внутри непрочитанных сообщений. Сейчас зайду сесть. Всем. Ух ты, невероятно.
Все, я в сети, можешь заходить. Сейчас я кикну его. Если он сам не думал, конечно. Подожди. Сейчас, подождите. Все, поехали. Все, поехали. Let's go. Come on, guys. Let's go, let's do this. Давайте берем все, что есть. Блин, знаете, да, я как-то сложно подготовиться к тому, что... Вот, блин. Ну вы поняли, короче, да. Потому что мы ни хрена не поняли. Блин, давайте все-таки пройдем World Band, потому что это самая вообще легкая карта на Overkill. Просто делайте, как я, пожалуйста. Послушайте меня. Вида, скажи своему брату, то, чтобы он стал... Как бы тебе объяснить? На дрели все остальные возле меня должны тусоваться. Пусть он не суется вообще никуда, пусть он просто вот будет в укрытии сидеть. Все, что от него требуется, реально, больше ничего. Просто сидеть в укрытии, ничего не делать. Подождите, не нажимайте, стоп, не нажимайте, я скажу, когда нажимать. Пока не нажимайте, так, подождите, пока я спросил. Не нажимайте. Вот он. Так, сейчас, секунду. ППС проседает. Все, побежали. За работу, guys. Воу, что за подлагивание? Подождите, сейчас. Возьмите дрель, подождите сейчас. Что? Нет. Опа. А что случилось-то? Все должно быть отлично. Вообще-то. Можно поменьше сделать графон? Но смысл? Кстати, я сейчас на качестве играю 1500. Прикиньте. У меня, если что, Intel Core i3, если кому-то интересно. Бред, правда? Дрель установили, все, ждем ноутбук теперь. Так, они еще не подъехали, да? Уже, я думаю, убили заложника. Заложника убили. Oh.
Кстати, мы можем у Ледвилл пойти поиграть. Я даже знаю код. Если доживем, то почему бы и нет, и не сыграть в Overdrill. Короче, Overdrill — это такая штука, вам нужно стать позициям. Блин, а то вам сейчас объяснять. О, вы никогда не играли в Overdrill случайно, Андрей, с этим? Вам столько сразу экспы дадут, да хрень не щеряй. Что просто забейте. Вы сразу, наверное, с... Вот Андрей, Афни сразу до... Блин, до какого он левела, Афни? Тогда хрена до какого. Слушайте, ребята, копите меня айпады, пожалуйста, мне надоело уже вот так вот, блин, играть, я серьезно говорю. О, лол, what the fuck, все, ну, попади. ГГ, сбейте этого бомжа, сбейте кто-нибудь, алло, вон он. Блядь, ну ты сбил, серьезно. Ты, ох, красавчик, слушай, научи. Называется, слушай. Когда я уже вот буду играть, дайте ни о чем не думать. Просто вот играть, чтобы играть. Мне никто ничего не будет не лагать, никто ничего мне не скажет. Вот когда такое будет? Можно? Блять, да как же он заедет, а? Слушай, ты серьезно, братан? Помоги мне, помоги, Вида, помоги, постреляй в него, алло! Браток! Что вы делаете, ребята? Сейчас. Все, не спасаем его. Чувак честно не спасается. Его нельзя спасти. Так. Может вообще... Блин, я не знаю. В таких вот пикселях играть. Лол, вот это он мне снес, боже! Что он здесь забыл? Блин, у меня столько хп еще. Где-то я здесь денежку не заработал. Дверь почините, ребят. Опа. Тихо. Короче, ничего не помогает, реально. Сейчас, секунду. Тут можно спокойно ставить какой-то. Может здесь вот что-то? Хотя бы зря нет. Что это может поменять? Как-то. Тише. По-моему, только лагов добавил. А, хотя нет. Ой, все норм. Так, здесь парочку. Положу. Еще правильно подобрать такую позицию, чтобы вот сесть правильно еще. И вылечить его правильно. Нет, лол. Просто анимацию поменьше сделать. О, лол, почему я раньше этим не занимался? Не, это по-моему слишком, да? Хотя казалось. По-моему, неплохо смотрится. Вы дрель починили? Она починена или нет вообще? Она там работает? Если она не работает, что мы здесь сидим вообще? Для кого мы, главное, здесь сидим? Лол! Оу! Слишком много дэмэджа внесли. Поднимайте. Лол, поднимайте быстрее, боже! Все, бегаем. Бежим в комнатку. Одного уже посадили. Сейчас я на пару минут.
I think my micro on. What the fuck? Hello, Chameleon. How are you? Лол. Вы поняли, типа, у меня микро был выключен, я думал, я то, что он включен. Вообще, фак, а я все это время говорю. Ладно, окей, it's not problem. Just because we now play in Pedaza Haste Clan. Блин, как там? Я забыл, как клан может называется. Payday All Clan, yeah, really. Окей, let's go. Подождите, стоп, сейчас пока не нажимаем, ищем бомжа. Менеджера, правильно. Где этот бро? Ищите его. Ищите менеджера. Я его найти не могу. Лол, вы нашли менеджера? Нет, вы не нашли менеджера, вы просто так начали. Ну что вы делаете, а? Ну, кто вас просил, а? Где теперь его искать? У нас времени мало, вот всего. А, я стрельнул по нему, попал в стекло, хорошо. Менеджера просто нахрен. Алло. Где дрель, дрель, дрель? Так, возьмите второй термит кто-нибудь, Андрей, возьми термит. Или кто-нибудь. Короче, возьмите, вы поняли кто. Давайте на харде не облажаемся, потому что это реально харда, харда, ниже харды уже все. Если на харде облажаемся, смысл дальше вообще я не вижу. Просто надо идти создавать пати, реально. Мы даже не доходим до того пика, где... Ну, да мы даже не доходим, мы даже не открываем двери, нас убивают, понимаете? Смысл вообще так играть? Я вообще не вижу смысла. Оп-оп-оп, тихо-тихо. Хочу, короче, совсюду взять деньги. Вот и все. Как-то, знаете, долго, на мой взгляд, едет полиция. Откройте ноутбук, включите его. Блин, я ушел за баблом. What the fuck? Все, короче. Взламывайте там код. Да, потом шла будет. Вообще, я жду приглашения в группу Payday Secret, если честно. О, вот они, наконец-то. Слушайте, вообще-то можно было бы еще сделать, блин, поменьше, но если кто-то делал, и качество стрима сделал повыше. Вообще.
Что? Даже кровь просто выпустила. Может поменьше сделать разрешение экрана? Может из-за этого проблема? Давайте сделаем поменьше, окей. Окей. А, у меня такое же и было, лол. Подождите. Сейчас. Когда я буду делать не меньше, а больше, наоборот, разрешение экрана. Окей. Интересно, у вас показываются эти вот бокогины, что ли, как? Я сделаю поменьше разрешение экрана, мне попроще стало. Вот честно вам скажу, у меня сразу вот, реально попроще стало. Лол, реально, сейчас вообще все летает у меня. Лол, подожди, ты чё? Просто полицейский, знаете, неуязвимый полицейский, типа такой вот. Где там еще люди? Все. Надо, короче, возвращаться к дрели. Возвращаемся к дрели, ребят. Сейчас будем там, блин, все прикрыли. Что у нас здесь? Здесь никого. Кого? Снайпер? Да. С калаша такой разброс дикий, серьезно. Просто расстрел невозможен. Поднимайте его. Ядрей пока. Прикройте как раз таки. Ядрей активирую. Может просто еще сделать разрешение поменьше сейчас? Но это будет полный бред, мне кажется. Потому что вот такое вот разрешение, это вообще... Смотрите, это сейчас по бокам вообще будет. Нет, это не будет по бокам, это будет просто вот так вот. В смысле? Что это за бред? Разберемся здесь с дядьками. Жалко здесь гранат нету, вот это... Пойду за хейст, это слушайте. Никогда его... Не, всегда его любил вообще-то, да. Моя самая любимая вообще игра. Вот я не знаю, почему-то люблю больше Пойду за хейст, чем Пойду 2. Вот не знаю почему. Но вот так вот. О, вот это... Вот это картинка. Ха-ха! Вот это прикол. Вот это, сейчас я буду играть. Я сразу не сделал разрешение просто поменьше. Вот у меня вообще сейчас. У меня все летает, у меня 0 лагов. Рили. Просто ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Где он? Так, не падаем, подождите, давайте доживем до этого. Ну что? Что вы делаете? Сколько? 5 секунд и заходим. 5 секунд. Поехали. Все, залетаем. Термит, вы второй взяли термит? Да, взяли, это хорошо. А где охрана? Охрана не вижу, ладно, окей. Бля, тише, тише. На харде, знаете, уже грех не пройти, реально. Если бы на харде срали, я бы вообще здесь, я не знаю, что тут делать. Меня бы выгнали из клана, по-моему. Ну хотя эта игра с такими, чувак... Что, вердил, что ли, очень бро? Нет, вердился вот так вот должен был стоять. Так что забей. Вот, получается, секрет, вот я вот так вот сидел. И все. Просто две панку здесь оставить. Как, каким образом это можно было сделать? Ну это просто не знающие ребята, как играть. Вот и все. Ага, все. Блин! Убейте его кто-нибудь. Пойдите по нему. Ребята, убейте его. Все, будет это. Приплыли. Молодцы! Не, ну как вот так вот можно играть? Боже, я сказал помочь. Как вы не видите?
Just no comment. Выбегитесь, да, алло. Все, они выбегите уже, да. Приплыли вот. Сидите на месте, реально, просто ни о чем. Тут даже тимплей, тут. Речь о тимплее даже не стоит. Ты че, что вы делаете вообще? Что это за бред? Черти, алло. Я понять не могу просто. Чем вы занимаетесь вообще? Вы понимаете, во что вы играете? Вы понимаете, что вы в PDS Hates вообще играете? Вы хоть это понимаете, нет? Реально, я вообще поражаюсь просто. Как вы вообще... Попробуйте еще просрите, вообще это будет... Это будет, по-моему, пик уже. Сейчас, пару секунд еще. Заложника, короче, берите и освобождайте. Вы тут сами не справитесь, я думаю, вы тут ляжете. Ложника 15 секунд, блять, я убил еще этого бомжа, боже. Это ГГ. Никогда не выберет это. Здесь никто не выберет. Сумки. Где вы ставите сумки? Вы вообще видите, где вы ставите их? Как так можно играть? Я поражал. Просто что вы делаете? Блин, черти под вас пытаться. О! Все, Леха, Дим, боже, все, стойте за стенкой, пожалуйста, там стойте за стенкой. Ну или да, или вписать и поднимайте его. Андрей, да, с той стороны пусть отстреливает. Вот это... Все, забегайте внутрь, внутрь, Андрей, бегите. Там должны быть заложники, наверное. Все, бегите туда. Так, будьте аккуратнее там. Может быть, 15. Что ты делаешь? Вот туда, да. Лол, не заспавнились. Я не помню, от чего они должны заспавниться вообще. Не. Хз. Один застреливает. Что это? Куда он сбежал вообще? Что это? Что это? 121 левел? Ты серьезно, чувак? 127? Что ты занимаешься вообще? Быстрее, черти, помогайте, мы сейчас там ляжем. Возьмите в заложники кого-нибудь, реально, я вообще... Я поражаюсь вас. Двери открыть, забегаю. Ну а что забегать-то внутрь? Бегите, черти! Вы вообще что бы не делали, просто бегите. Глупцы, бегите! Ну сейчас ляжьте здесь все. Что случилось? Ссылка? Не, чувак, не пойдет ссылка. А ну-ка, что за ссылка, да, посмотреть хоть. А, мне не покажется, скорее. Потому что... Все, вы легли, что ли? Вы что, серьезно? Да бегите, просто прорашьте! Знаешь, такой раш вообще, нет? Я просто ноль комментариев. Куда вы ездите, алло? Я не буду вас разбанивать. Ты что, нефиг делать? Последние такие два сообщения, типа, лолу. Тебе предупреждали, бани такие чуваки сидят, красавцы какие. Слушай, прям вообще
Ран, да беги, беги, куда, куда ты, беги, да просто беги, Сникерс, куда, что ты делаешь? Где он? Что он делает, я вообще понятно. Что вытворяет? Просто пробеги, боже, да не туда, куда ты бежишь-то? Туда, направо. Вообще? Нет, доклад пробежишь, что? Короче, я разбанил и буду, если попали в бан, то... Сказал, что это бан. А админ... Админ получит свое. Да боже, поставьте мины! Вот там! Фак! Что вы делаете вообще? Объясните. Это владеть надо скиллом, серьезно говорю. Окей, бывает. Ладно, давайте вторую карту попробуем. Это у нас... No Mercy. Давайте вот... Вот это вот Нотису. Окей. На вот это. Все. Я вообще, я поражаюсь. Все, поехали. Давайте последняя карта, ребят. Тут мы должны уже вдвоем на нормале? Почему бы и не, слушайте? Мне это нравится. Сейчас покажем мастер-класс, слушайте, ага. А, лол, я забыл в группе запостить то, что с ним начался. What the fuck? Все, я в глаз прям себе тыкаю такой. Тут, типа я такой бич. Так, нам же нужно мишку этого взять. Так, ха, он не берется. Давай, берись, значит, нас сейчас всех положит. Надо не облажаться, короче, иначе просто меня брали вот эти вот, как это называется, шокеры, просто брали и прошили меня. Блин, я не помню, как сделать, чтобы
А свет вроде когда отключит, тогда... Вроде или нет, выхожу. Сейчас где это вообще? Короче, здесь будет пасхалка, типа можно увидеть ведьму из Left 4 Dead. Не помню, я не знаю, как это сделать. Когда свет вроде вырубает. В пасхалке было так, вообще-то, когда свет вырубает, там, если побежишь так вот, то можно ведьму увидеть из Left 4 Dead. По своим постыдам. Еще есть пасхалка, вот типа вот такой. Мистер Колбар. Ой, короче, вы поняли. Не такой, типа. Какой-то шкафчик. Где-то еще здесь, подождите, сейчас происходит. Где-то лом должен лежать. Вообще-то вот здесь вот, да, должен быть лом, типа такого. У нее был катившийся, если я не ошибаюсь. Я хожу. Короче, столько пасхалок есть в Payday. Хотя немного на самом деле. Вот в особенности это No Mercy, в ней 3-4 пасхалки. Можно Билла встретить из Left 4 Dead в лифте. Короче, Билла можно встретить в лифте из Left 4 Dead. Потом можно ведьму вот найти, но там какой-то штамп, там это не обязательно. И тоже с Биллом то же самое. Потом вот эта пасхалка, мистер Кроубар, типа из Half-Life, как я понял. Из Half-Life. Вот. И потом пасхалка, концовка. Концовка тоже из Left 4 Dead, типа там будет везде мертвый, если будем мимо проходить, то там мертвые будут двигаться. Шанс на эту пасхалку тоже очень маленький. Ну вот, кстати, все. Есть еще пасхалка на карте одной. А я помню, по-моему, не помню, как она называется. Я не помню, как она называется, но короче, там, если побегать в курс, забежать в одну комнату, то там можно найти фигурки. Что это? Там можно найти фигурки из Left 4 Dead. Этих танка там и всех остальных. Зомби. Ой, не. Больше пасхалок вроде, ну и как, я не знаю больше. Короче, Half-Life, как я понял, с Payday and the Heist очень даже дружит. Раз вот так много пасхалок из Left 4 Dead, Payday and the Heist. Ой, из Left 4 Dead. Одна пасхалка из Half-Life. Я не знаю, если сделать вот именно пасхалки, то нужно разрешение других игр, или просто сделал пасхалки, в конце сделал пасхалку и чё-то. Ооо, мадафака, застрелил. Чё вы бегаете, черти? Скоро там? Блин, ещё долго вообще-то. Не знаю, мы потянем с этим чуваком вдвоём будет сложно. Лол, тише. Где? А, вот он. Вот что за музыка начинается, хорошая, красивая, наверное. Вообще-то еще можно... Да! Вот, я говорил же, вот возле этой двери. Вот. Вот в этой двери. Она будет сидеть. Вот. Что там еще-то? Можно по стелсу пройти, но умерся, я знаю. Ну и все. Ну по стелсу что-то нужно бегать, что-то нужно делать. Я хз, я, короче, не пытался. Нет, я не пытался даже, я не хочу даже пытаться, это говнище. Просто как сделать Билла, чтобы он выходил? Он не выходит, а просто типа стоит в лифте. Вот как сделать такую пасхалку, я хз на самом деле. Так, там бичей много. Надо до зайца добежать. Типа ФБРовцы побежали, понял, да? Так, это есть. Пошел. Вот сейчас хорошо играется. Блин, вот я настроил вообще просто за БС. Реально. Можно со стримом. Теперь каждый день буду стримить по этой хест лол. Вас же не лагает реально? Вас лагает или нет?
Не должно вообще поломать. Боже, сейчас будет грузить на 30 лет. Почему нельзя сделать там кикнуть его сразу, чтобы он не грузился 500 лет? Ты не про что? Чтобы свет мигал или что? Сейчас посмотрим. Я поищу, конечно, пойду. Как бы. Я затяну маску. Кто пробило? А, пробило? В смысле? Так он сразу, Билл должен стоять в лифте сразу. Так, сейчас покажу тебе. Получается, Билл вот здесь вот должен стоять сразу. Вот, как вы только возрождаетесь, вы же возрождаетесь в лифтах. И он справа, вот это вот в лифте, справа от тебя должен возродиться. Все, больше пасхалок не знаю, что тут. Чувак какой-то пришел. Алло, надо быстрее же добежать, что там. Алло, черти! Бежи, забегайте, забегайте, че вы? О, какого зайца, я не знаю. А, в рожу прямо слушай, а? Я не знаю даже какого зайца правильного тут. Выглядит 30 лет здесь, да? Чем мне не нравится одно место, реально долгое. Сначала вы угадываете зайцем, какую из дверей нужно распилить. Потом вы угадываете, как этот... Вы поняли. Я не поняли, но не забейте. Сейчас 40 я... А, показалось, сейчас 40 я скрыл, типа. По-моему, тут надо как-то, блин, узнать, но я чисто наугад поставил зайцем. Как, где и что поставить. Короче, сейчас бежать сюда. И нафиг вообще наш револьвер всем нафиг не нужен. Что? Все должно быть слышно. Ого-го. Так, тихо. А чё бы не сказали, талон? О, воу, тихо. Фа, что? Фу, хорошо, что хоть КП не сбили, слушайте. Сейчас бы... Нет, микро у меня микро громче, чем музыка сама. Я смотрю, как бы. Оп. Так. Все, мы нашли, не? А, еще дрели. О, бесверный, лол. Там мы будем так 30 лет угадывать, там 3 двери. Каждый по 5 минут сверли. Мы так реально составимся, как бы. Как? Так, по фейсу прошелся, окей. Вас не лагает хотя бы, скажите мне? Так, тише. Ха, он еще ломается. Да ну нахуй просто. Или вообще там не нужно ничего угадать, там просто любого больного откроешь, как бы, и
или фиг его знает. Давайте будем искать пасхалки, слушайте. Да, кстати. Что мне не нравится, причем то, что реально все норм. Так, 30 секунд. Долговато. Хотя, что это за петух? Че, блин, я думал, это вообще мент. А это даже не мент. А почему это тот комната? Мне кажется, здесь где-то должна быть пасхалка, нет? Тут понятно, тут спецназ тут выходит. Так, это хорошо. Все, чуваки. Еще 20. А, зачем? Нафиг это нужно. Да вот, походу не та. Окей, go next. Ох, тут уже ребята. Тише, тише. Да лол! Умри сегодня. О! Фак! Сколько вас здесь? Ой, должен быть один. Ну реально, так могут сливаться только боты. Я не знаю, как можно. Опа. Только если подойти спиной, вот слиться, то да-да. О, ну подойти спиной к менту, то да-да-да. Такая шняга возможна, а так я тут. Так, боже, ты бегаешь? Я бегаю, вот я бегаю, мне вообще страх нереально. Каким образом вообще? Так, этих минусанули. Нужно Хоксона спасти. Тут секунда буквально. О! Тише. Я сейчас лягу. Тише. Так, пошел! ГГ! Джаз! What the fuck is this, guys? Все, короче, слушайте, меня начинает парить эта команда. Если бы мы играли с настоящими про, я попытаюсь собрать на следующий стрим, если мне как бы разрешат стримить от имени клана, тогда да, тогда я соберу, попытаюсь собрать, точнее, реальных про. Сегодня игра была просто с френдами, с друзьями, можно сказать. Вот. Ну реально, эта игра никуда не годится, серьезно. Ну куда вы собрались-то? Что это вообще за игра? Как бы... Я вообще просто поражаюсь. Как играть так можно? Так, сейчас, секундочку. У меня есть еще одна штука. Ща. Так. Сейчас в сеть надо зайти вообще-то. Не поверите, что это за игра. Нет, ладно, хотя хорошо.
Да, я думаю, короче, все. Сегодня мы сыграли. Мы прям вообще просто найс. Мы прям собрали сегодня 65 человек. То-то же. Я бы хотел сказать всем спасибо. Всех жду на Е3. Особенно жду на Е3. 100%. Как бы здесь... 66. Да, жду всех на Е3. 100%. Инфосотка. Так, сейчас я здесь еще посижу пока что. Я не знаю, может пойти спидран, если захотите, можно пойти спидран. Если... Ну, можно пойти поиграть в спид. Рунерс. Сейчас я хочу посмотреть кое-что мне интересное. Я выделил хоть куда-то. По идее, из них есть какой-нибудь топ, что ли? Мини-топ. Сейчас, сейчас. Так, вот, уже отсюда. Да, лоб, по идее, из них есть. 66 человек. Реально, если они вывели Payday the Heist просто в топ. Я рад, я доволен. По секрету тебе скажу, Вида, короче, я хочу тебе отблагодарить за то, что все, за то, что ты каждый день приходишь, за то, что ты лайкаешь, как бы. Короче, ты получишь свою награду на E3, так что готовься. Еще бы звал друзей онлайн, тебе бы вообще цены не было. Ну, цена подарка, понимаешь, если бы ты бы реально звал бы людей, тебе бы цена подарка была бы, ну, выше бы в несколько раз, то 100% так бы. Тут без Б. Так, сейчас. Я могу, конечно, сейчас стартануть, но нафиг. Кому-то нужно в спидрунер чисто покатать. Короче, 65 человек. А ну-ка, давайте, если даже так привести к сравнению. Окей, давайте в Payday 2 зайдем. Там сейчас по-любому какой-нибудь клан играет. Посмотрим и сравним, сколько они собрали людей и сколько мы. Last Bullet Gaming, 15 человек? Лол. Если вместе иметь Payday 2, мне кажется, мы будем топочами. Реально, потому что мы собрали просто сегодня 65 человек. И реально, это не боты, посмотрите, если я даже зайду в чат, это не боты, тут все настоящие люди. Вот тут играет Last Bullet, это типа тоже крутой клан, там один есть. Ну, как сказать, как бы. Еще бы оживить чат, на самом-то деле. Вы видите, что это не фейки, как бы, это все на самом деле. В смысле, а тебя таких не было? Позови тоже всех знакомых, которых ты знаешь. Короче, просто сегодня найс день, мне так нравится, мне хочется покидать эту публику, но на самом деле, сейчас, пару секунд. Нужу, но сейчас я, по сути, уже заканчиваю, да, вы можете посидеть, вообще-то. 53 человек, лол, это, ну... Я серьезно, я вообще не знаю, что делать. Мы просто обогнали Last Bullet Gaming. А, кстати, админа не было, и админ поплатится за это. Вот серьезно говорю.
за то, что натворил такое. Так, сейчас. Короче, еще раз хочу сказать всем большое спасибо. Да ладно, ну что ты начинаешь-то? Сидели же хорошо. Блин, я вообще-то как бы жду приглашения. Короче, мы стримим уже 1,5 часа. Если оно тоже пошло, можно музыку включить вообще-то. Но я не хочу. Так. Ну ладно. Я пойду одеваться. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Начинается спам. Короче, 65 человек, просто всем лойс, гайз. Всем спасибо, то, что вы пришли на стрим. Запись будет на ютубе. Всем спасибо. Просто сегодня прекрасная публика. С вами было весело. Владу особенно спасибо. Все, кто с клана, вам лойс. Все, кто не с клана, вам не лойс. Все, по сути. Да? Боже, серьезно. Сидите, просто пролистайте. Лол, я вам говорю. Все, гайз, всем спасибо. С вами был Payday All Clans. Я представитель клана Payday All Clans. Играйте в Payday, любите Payday. Все, с вами был Денвер. Всем спасибо, пока.